Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty. Вот так. Все началось 20 лет назад. Армия Федерации стала угрожать Южной Америке. Их предводитель, генерал Эль Магро, требовал пленения или казни всех рожденных в США граждан. Именно Рорк убедил Вашингтон доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро. Но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде, охотничьем трофее. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей. Трофей. А мы назовемся как призраками, если я не ошибаюсь. Настолько, что посвятили в призраки. Ну, давай. Гоу. Вперед. Легенды живут вечно. Ну, на то они и легенды. Для нас Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Из одного мужика боятся. Бред. Блин, я думал, это наши. Ну, тихо ты. Ну теперь знать будем, кто нам враг. Блин. Есть еще одна идея. Тихо. Вот так. Прилично положили. А с ней-то как бороться будем? Тихо, сейчас еще раз стрельнет, и нам кобзда. Давай, он где-то тут, я видел его. А я куда иду? Или я не туда продвигаюсь? Блин. А, вон он что. Закидали. На камеру лоханулся один раз. Стоит один раз только. Нужна поддержка!
Ждем. Я не понял. Что-то не тот. Не то ружье у меня. Это оптика была лучше. Вражеский контрольный пункт. Не стрелять. Феликс 4, видим конвой. Идет параллельно нашей позиции. Вас понял, вижу их. Отходим и начинаем заход на цель. Опасность близко. А вот они, назад. Огонь открыт. Тихо, тихо, тихо. Не надо, чтобы еще одна такая хрень прилетела. Так. Этот застрял. Ракетная установка справа. Видим. Захватываем. Нет. Норму. Рах-бабах, и нет его. Установка не должна выстрелить, пошли! И на. На. Вот так. Куда они целятся? Мы прикроем, вырубить поуш. Остановим. Так, это было задумано, что ли? Задание провалено. Да не. По сюжету. Пошли! все по сюжету. Уходим именно туда. Вода тут причем тут вода? Откуда затопление идет? Ой-ой-ой. Откуда вода? Цунами, что ли? Ё-моё. Вот она, лестница. Видим, нашли. Разрешите не по форме. А что такое? Кое-что последнее. В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мерик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас мы закончим. Еще что-нибудь сказать? Идите, сержант. Нет, сэр. Долго не выдержит! Давай, открывайте ворота. Там жарко. Ладно, достанем этого мерзавца. Ну? Вы что, меня ждете? Персонально. У него кусачки есть. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. По твоему сигналу, Элис. Можно их убрать. Атакуем! Подстава. Где? Тихо, 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 тихо. Да я выживу. Выживу. Выживу, пока я и таракан. Так что не расстраивайтесь. Господи, трупаки. Фух. Как ты меня нашел вообще?
Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Так, кроме ножа ничего нету. Тебя заметили! Ага. Спрячься от врагов под водой. Ну, естественно. Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! А что, у него нет автомата? Пистолета? Это нам пригодится. Погоди. Гожу. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Снимем их по твоему сигналу. На. Ну, здорово. Топором. Хватай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Ох, с этим я с тобой согласен. И полностью поддерживаю. Старые времена. Да. Город рушится. Времени не осталось. Как во Вторую мировую. Похоже, другого выхода нет. Это за мной. Сейчас развалится. Бегу. Так. Погоди. Ждем сигнала. Спрятались. Что у вас тут было? Что было? Тут я думал, подствольник. Ладно. Я. Почему ты за тобой? Ты за мной давай. Я все-таки все уладил. Всем позорным на этой частоте. Выйди на связь. Говорит призрак. Я вас понял, Мерик. Рорк, мы видим Эльмажу, но в нас стреляют. Западу от отеля. Вас понял, мы уже в пути. Давай. Давай. Да подожди ты. Снова спасаем задницу Мерика. Ой-ой-ой-ой. Ладно, перегруппируемся, потом берем Эльмагра. По развалинам-то. Ну, правильно идем-то? Сюда. Вот ты меня тащишь. Нет. Меня-то не видно. Блин, надо было раньше, да, где-то высовываться. Так, нормально. Да подождите. Где еще? Достался их немного. Давай. Даю. Так, а ты где? Мэрик, не стреляй! Мы подходим к ты где там вылез-то? Господи! Открывайте огонь! Сколько людей на войне?
был так активен, мы, по идее, подохнуть должны были. Все. Переходим, переходим, ребят. Сейчас будем тра-та-та устраивать. Давай, минутку. О, вот с этого края стрелять. Не попасть не может. Перебей ему ножки. Чтоб не булькал. Минутку, минутку, подождите, подождите. Я стреляю. Да, да, да. Блин, нет, нет, нет. Успел. Элиас, Мерик, вы со мной! Аякс, прикрывай с тыла! Так. Прикрываю из тыла, из фронта. Элиас, дверь! Только я делаю, что прикрываю вас. Бегите! На! Бегите! На! За ним! Тихо, тихо! Блин, по рылу достали. Есть. Мы падаем. Упали. Все в порядке? Не знаю. Мы слишком тяжелые. Элиас, надо. Эй, я же нажал. Все в порядке? Я же нажал. Не понял. Все в порядке. Мы слишком тяжелые. Элиас, надо. Вот так. Обе надо зажать. Эта штука движется. Давай. Давай. Руку. Быстро. Ну, тяни, тяни. Помер Эфим, да и хрен с ним. И что ты сделал? Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных. Вот такая вот история была. Так что с ним случилось, с Рорком? Мы неделями искали его труп. Но нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первая добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос. Глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос один из них. Чтобы найти Рорка...
Придется вернуться туда, где все началось. Ну, вот так вот. Возвращаемся на это здание. Где он там помер? Ну не стой ты так, не стой. Величаво. Докажите, что заслужили маску. Господи, это как краповый берет, что ли, мне хотите сказать? Заслужили маску. Прямо по курсу, требуется опознание. Да не вижу я. Сосредоточьтесь на вертолете на крыше поблизости. Где ты? Так. Установка связи. Он не он. Да ё-моё. Передача изображения. Давай. Связь подтверждена, можно приступать. Ну давай, посмотрим. Что делаем-то? Так. Готовьте устройство для спуска, проверьте парашюты. Выстрелить трос. Ух ты. А мне что, тоже надо, что ли? Я думал, на одного троса хватает всегда. А тут каждому. Выкидывай трос, сынок. Ну давай. Крюк. Поехали. Господи. Такой янкизм. Вниз не смотреть. Два, один, отцепляй. Это так было спланировано? Так, зачистили. Слушаю тебя. Ну что, таки будем по зданию лазить? Как Человек-паук. Ну давай. Господи, это горелка у меня модная. Так, это что, у меня тоже с глушителем? Да, подожди. Не спеши. Ну так-то обширное здание, только своих нельзя покидать нахрен.
А тут миссия провалится сразу. Это ж дети малые. Что тебе надо? Не понял. Загрузить вирус в систему питания. Ну загружай. А что тебе мешает, что ли? Загружай вирус, пора уходить. Я? Куда должен загружать? Я думал, ты все сделаешь. Ну. Сервачная комната. Так. Ну, циферки бегут. Идут, заканчивай. Жди. Жди. Точно? С ножа можно вырезать. Эпа, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Seguro que se encuentra una forma de librarse de él. Их многоватенько. Tú, amigo, no das más que problemas. Тебе надо было встать именно здесь. Но с ними можно не воевать, да, значит? Как они своего кореша бросили? Давай. Уходим. Красиво вниз пошел. Один прямо под вами. Обойдите его сверху. Мы все сделаем тихо. Все будет сделано, босс. Так, нейтрализуйте его. На. Как прекрасно выполнено. Я знал, что у нас можно положиться, ребята. Включить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийное. За мной. Давай. Блин. А он-то куда побежал? Пусть уходят. Не подняли шума, нет? Угу. И меня запусти. Ой-ой-ой. Смотри. Конечно. Блин. Хрен мне, да? Если этот компьютер можно взять, то... Мне его не взять. Ладно. Направо. Направо, что за направо? Главные лифты отключены, аварийные еще работают. Понял, у меня сейчас 5 минут.
Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz. ¡Beba! Sí, la cerveza se va. ¿Qué coño está pasando? ¡Por allá, por allá! ¡Allá están! ¡No lo veo! ¡Cuánto hay! ¿Qué coño es esto? ¡Tenemos un muerto! No va. ¡Que manden respuesta! ¡Prenden esa luz ya! ¡Por allá, por allá! ¡Allá están! Глядите в оба. Так. Кто тут? Неплохо, неплохо. Нет, видимо, эти не берутся. Нет. Чем сюда пришли-то? Ай-яй-яй-яй. Помоги Хэшу, я подцеплю тросы. Блин, я тебя чуть не пристрелил. Посмотрите, какая высотища. Да, красиво, но пипец, как высоко. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты меня ждешь или что? Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Так. Отключаем питание лифтов. Я тут в технике разбираюсь, прям пипец как. Подожди. Спокойненько. Теряем время, надо уходить. Нам что, отстреливаться так? В хребет ему. Я за вас все сделал. Все сделал за вас. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Цепляйтесь к тросам. Хватайте свой трос, уходим. Все, сваливаем. А вон они. Вау. Тихо, тихо. Так. Против кого стреляешься-то? Так, подожди. Да.
Давай. Я иду за тобою. Давай, ты где он? Давай. Блин, граната. Блин. Так нелепо. Так. На. 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 Так. Но мы здесь, и куда нам, шеф? Аналогично. Блин, твою мать, его здесь нет. Кэш, ему крышка. А ну, козел, он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю, никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4, его здесь нет. 3, 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Я выстрелил в телевизор, как он мог работать. Это не ходячие мертвецы. Рорк! Я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Так. Скаркроу, операция под угрозой! Подождите по воздуху с 52-го этажа! Серьезно, с небоскреба хотите убежать во время, когда оно рушится? Это же невозможно. Без внешнего вмешательства. Да тихо ты. Окна впереди! Понял! Прыгаем отсюда! Где ты? Быстрее, к окну! Давай, к окну! А, точно, у нас же парашюты были. Точно, точно, парашюты. У нас были парашюты. Так. Бежим, бежим, бежим. Сейчас бежим, скользим, скользим, скользим. Да. Улетаем. Улетаем. Эй, вы двое. Отличная работа. Теперь успели. Успели. Ну, давай, предисловие. Следующей миссии. Ноутбук Рамоса был сильно поврежден, но Нарад нашел кое-что интересное. Рорк? Он перемещается 2 в сутки. Но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе занятой Федерацией. Они называют его Фрипорт. Нарад все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставят пару восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. А я что буду координировать? Это будет адская охота. Крупная дичь.
но вы знаете, что делать. Это будет просто дичь. Ну, я знаю, что делать. Хищные птицы. Нефтяное местонахождение. Почему всегда нефть замешана? Понял вас, 1-1. Помните, самое важное — забрать то, зачем мы пришли. Так что прикрывайте группу захвата, пока мы спустим ее вниз. Подтверждаю, 5-0. Возьмите управление на себя. Комплекс ПВО, курс 7-7. Проверим, нужно ли нам разрешение на контакт. Я как раз сейчас запрашиваю. Ждите. 10 секунд. Мы должны быть готовы. Я не умею управлять этой штукой. Там детки все эффективно. И вообще ненавижу на вертолетах. Так же, как и гонки. Все, что у вас есть. Вас поняла. 1-0, выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. А вот черт, там полно целей. Внизу ведут огонь из пулеметов. Враг ведет по нам огонь со здания с трубами на крыше. Здание с дымовыми трубами. Вас понял. Ориентир — трубы. 1-1. Вот, успел. Не, смотрите. Тут управление-то полегче. 1-1. Враг ведет огонь с крыши самого крайнего к западу здания между двумя дорогами. Да. 1-0 на крыше. Открываем огонь по зданию. Вражеские птички так рядом с трубами. Так, вражеские птенчики раскрыли клювы рядом с трубами. Они у меня на мушке. Ну давай, убивай. Продолжаю вести огонь. 1-1, 1-0. На секунду отвечу подальше. Нам нужно больше места. 1-0. Боезапас пушки на нуле. Готовимся к запуску ракет. Понял вас, 1-0. Так. Надо уничтожать, да, их на нефтебазе. Я так понимаю, в хвост долбанули. Ищем. Приближается ракета, держитесь! Черт, парень, мы у них на прицеле. Ракета выпущена. Ракета, 16 часов. Да где? Где вы их нашли? Еще. Ракета ушла. Давай, 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 давай. Где еще какая опасность? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сбили. Сбили. Огонь открыт. Точно цель. Он готов. Точно цель. Так. Давай, давай, давай. Держись. Не вижу, не вижу, не вижу. Вражеские ЛА с севера, с севера. Вражеские ЛА приближаются с севера. Ракета выпущена. Сохраняйте дистанцию и смотрите на сканер. Где, 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 где? Ракета выпущена в цель. Точно цель, точно цель. Он готов. Ракета выпущена.
Давай. Тихо. Блин. В воздухе никого. Outlaw 2-1. Можете приступать. Мы вас прикроем. А на земле-то кто есть? Кто на земле есть тогда? Если там никто. Множество целей. Движутся к своим позициям. Прямо под нами. Вас поняла, разберитесь. Точка цель. Уничтожьте движущиеся цели. Продолжить атаку. Точное попадание. Мы открыли огонь по движущимся целям в этом районе. Многие из них уничтожены, но некоторые еще живы. Давай. Готов. Вам нужно будет открыть огонь по зданию с севера. С севера! Есть, принято. Разворачиваемся против часовой. Блин. Спасибо за помощь, 1-1. Да не за что. Отряд призраков на палубе, повторяю. Отряд призраков высадился и выдвинулся. Так, этот мы разрушили. Вас понял. Продолжить поиск целей. Нет. Сейчас мы уделаем его. Первый есть. Цель уничтожена! Ну конечно. Кому надо спасибо-то сказать? Ага, а меня сзади, да, стукнули? Ладно. Вот он. Кто меня убил? Все нормально пока. Так. Хорошо. Лягу. Лягу, прилягу. Тихо, тихо, тихо. Кто там по мне так хреначит? Добейте эту падаль. Тихо. Смотрите, что для вас есть. Тихо вы. Не мешайте, я вам какой коридор открыл. Нормально. Нет.
Держи. На. Ух ты, с РПГ что ли был? Так. Ну чё, вроде всех победил. Куда надо-то? Найти Рока. Ищем. Ой-ой-ой-ой-ой. Стрелять по мне. Давайте, ребятки, воюйте, чтоб не я за вас один отдувался. Это ваши, наши. Тогда всего двое было. Оставалось. Ни хрена себе двое. Сзади-то можешь стрелять. Он за этими дверями. Ну давай. Лежать, живо! Парни, вызн. А. Блин. Жопа. Этого я даже не заметил. Ладно. Ну ладно, хоть один раз зарезал этого борта. Так. Нормально, зато там никого нет точно. Цель уничтожена! Он за этими дверями! Давай. Открывай. Парни, вы знаете, как нужно входить? Заткнись! Я ударил, мне так нельзя, да? Это призрак 6-3. Я захватил. Я в лучшей точке эвакуации.
Скаркроу, 6-1 на связи. Он наш. Вас понял. Аутлоу доставит вас к месту встречи. Нам нужно выдвигаться через 30 минут. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Племена джунгли Амазонки, что совершенствовались в искусстве пыток сотнями лет. Федерация приняла их в свою семью, снабдив чуть более утонченными методами. Они держали Рорка в норе месяцами, обнаженного, и кормили низкобелковой кашей с ядом местных растений. Сломив тело, они принялись работать над его разумом. Когда дался разум, принялись за душу. Что осталось, переделали, напитав его ложью. Превратили в марионетку. Мучительный процесс. Жестокий. Рорк стал их призраком. Идеальным оружием против нас.